Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз у меня на канале, вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена, и сегодня у меня на канале будет видео об одной моей покупочке, которую я наконец-то совершила. Признаться, я уже очень-очень длительное время думала, размышляла, решала, купить, не купить. Но все, дело сделано, я уже купила, я уже заказала, оплатила, и уже наконец-то я это вчера получила. Муж съездил на почту и привез мне эту посылочку. Значит так, эта посылочка была вот в такой вот чудесной коробочке. И я сейчас вам хочу показать, что же я все-таки купила. Ой, наконец-то я купила, конечно, я очень-очень сильно рада, но все-таки надо попробовать, чтобы сказать, насколько действительно моя покупка оправдает все деньги, пусть они очень большие, насколько она будет удобная, насколько мне будет помогать в работе. Смотрите, чудо-коробка поворачивается. Ой, и что же... Ой-ой-ой-ой, смотрите, что же там. В этой чудо-коробке вы можете увидеть органайзер для ниток и игл от фирмы Низанка. Этот органайзер на 48, собственно говоря, и ниточек, и иголочек, и плюс. Я уже открыла один органайзер. И вот такой вот чудо-органайзер, еще один чудо, мой будущий помощник, на 36 цветов. Значит так, изначально, признаться, я думала о том, чтобы купить по 48 цветов. Ну, как бы так сказать, 36-48, там не очень такая большая разница в цене. Я подумала, ну, собственно говоря, зачем покупать 36 и 48, ведь можно, собственно говоря, ну, немножечко совсем переплатить и купить 2 по 48. Но потом я задумалась, зачем мне 2 по 48? У меня таких глобальных проектов, в принципе, нету. Ну, и то 36... Я, если честно, даже не знаю, какие проекты у меня на 36 цветов. У меня ночной город-то, наверное, цветов на 38. Но я вот в данный момент не помню, но где-то вот так вот, может быть, а может быть и на 40 с чем-то. Я, признаться, вот даже, если честно, не помню. Вот. Но у ночного города уже есть свой органайзер, и не хочется переделывать. Так что я решила, куплю-ка я один по 48, на 48 ячеек, и другой на 36 ячеек. Значит, я уже открыла этот органайзер для того, чтобы вам показать, собственно говоря, что тут есть. И самой очень хочется посмотреть, самой очень интересно. Я видела, многие девчонки покупали эти органайзеры, очень, кстати, довольна. Еще летом я хотела купить себе паку, но пака на 48 ячеек стоил около 1700, по-моему, рублей, плюс еще доставка, короче, собственно, понимаете, 2000. Вот, я как-то вот увидела рекламу Низанки и посмотрела, и в принципе меня заинтересовало. Ну, что-то как-то я заломалась опять, думаю, ну зачем, у меня там другие органайзеры, в общем, как бы так не надо, а пака мне хотелось, честно скажу. Признаться, после Нового года я, честно могу сказать, я смотрела на пака и думала, купить, не купить. Но потом посмотрела, посчитала, думаю, ну зачем, я на эти деньги могу купить целых два. Ну, собственно говоря, что я и сделала. Заплатила, по-моему, 200, что ли, рублей за доставку, потому что из Новосибирска. Что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас такой вот замечательный органайзер. Мне кажется, очень похож на пака. Ничего такого прям кардинального в различии, мне кажется, нету. Давайте посмотрим. Ну, скажем так, это как обычная губка для мытья посуды. Смотрите, сюда вот в эти отверстия мы будем вот сюда вот втыкать иголочки с ниточками. Вот у нас маленькие вкладыши, на которых мы сможем с вами, собственно говоря, написать, какие номерки. Вот сюда вот мы вставим, и так вот они будут у нас лежать. Я специально, кстати, купила сегодня перманентный маркер, у которого очень такой тоненький стержень, чтобы можно было аккуратненько писать, потому что я всегда писала перманентным маркером на своем органайзере для бисера. И он постоянно такой большой, такие некрасивые цифры получали, фу. А сейчас я наконец-то купила себе маленькие. Вот, и будет красиво писать. И вот на таких вкладышах я, кстати, тоже, ну не на таком вкладыше, я имею в виду, на других органайзерах я тоже писала всегда почему-то перманентом. Ну, не знаю почему, как-то мне больше нравится, чтобы не стиралось и ничего. Вот их 10 штук, очень здорово, очень удобно. Мне они нравятся. Ой, извините, пожалуйста. Вот, ну, смотрите, как, собственно говоря, он выглядит. Я могу сказать одно, мне нравится, значит, вот в эти вот
маленькие ячеечки, мы будем вставлять иголочки, а сюда мы будем вставлять ниточки. Нет, смотрите, они будут крепиться вот так и вот сюда продеваться. Ну, в общем, как-то, наверное, так получится. Я, если честно, долго думала о том, чтобы купить себе просто для иголок. Ну, если честно, я потом подумала, зачем покупать только для иголок, ведь для иголок у меня, собственно говоря, они есть. Я как бы подумала, ладно, куплю-ка я два в одном. Для иголок, собственно говоря, и для ниток отличное, мне так кажется, решение. Мне он нравится. Самое главное, что я хочу сказать, мое первое впечатление, смотрите, стоит он очень прочно, то есть он, в принципе, не шатается. Ячеечки удобненькие, значит, крепиться будет за такие, ну, скажем так, маленькие крючочки. По большому счету, я могу сказать, что нитки, скорее всего, не будут, ну, ни в коем случае, собственно, не соскальзывать, ничего, потому что как будто бы такие маленькие крючочки. Значит, нравятся мне вкладыши, очень удобно можно будет написать, кстати, их много, 10 штук, это отлично, хотя зачем нам, собственно говоря, их много. Мы один раз написали там с единицы до цифры 36, и все, и можно использовать не в одном проекте. Кстати, вот этот органайзер я планирую использовать в своем будущем, так сказать, проекте, который будет называться «Маяк на рассвете» и будет участвовать в СП «Мой любимый маяк». Кстати, если у кого-то есть желание вышивать этот наборчик, я еще раз вас приглашаю в этот СП присоединиться. Ну так вот. Так, вот этот вот я вам просто не хочу признаться шуршать, как он выглядит. Ну вот он выглядит то же самое, собственно говоря, что и тот, просто побольше на 48 цветов. Зачем я, конечно, вот его взяла, и признаться, я не знаю, зачем я его взяла. Я как-то иногда подумывала, может быть, туда воткнуть все ниточки с ночного города, но потом подумала, зачем, ведь там все есть. Ну, может быть, когда-нибудь он мне пригодится. А, кстати, вот как вариант, смотрите, 48, да, разделить на 2, это получается 24. А что, если разделить этот органайзер, который предназначен для 48 цветов, собственно говоря, цветов ниток и иголок, разделить, например, на два проекта, где допустим, ну, 20 цветов или 21 цвет. Кстати, это очень интересно. Ну, мало таких, конечно, проектов. Как правило, где-то 30, наверное. Но мне захотелось купить на всякий случай какой-нибудь большой. Какая разница? Ведь он удобен. У меня было вот просто-напросто, было просто-напросто желание, ну, все-таки взять и купить, потому что очень долго я созревала, и могу сказать, что я наконец-то созрела, потому что я его купила, я его получила, и он мне очень нравится. Еще раз хочу показать. 10 вкладышей, вот еще один вкладыш, вернее, уже 10 вкладыш. Так вот он выглядит, симпатичненький, такой красненький, очень веселенький. Ну, мне кажется, он будет хорошо идти в процессе работы, но в любом случае, что я хочу сказать, значит, как только я начну использовать его в работе, ну, по крайней мере, вот этот я уже планирую начать использовать по той простой причине, потому что мой маяк не за горами, как говорится, вот, и как только я начну его использовать, я обязательно сниму какое-то видео, в котором я расскажу о своих впечатлениях, о своем уже мнении, но только то мнение, которое будет уже, так сказать, оправдано, потому что оно будет проверено в работе. Ну, вот такие мои покупочки. Они, конечно, небольшие, но очень радостные для меня. Я еще один человек, который купил Nizanku, и который очень доволен в данный момент, пока на момент покупки, своей покупкой. Я надеюсь, то, что он меня не разочарует в работе. Да, я думаю, он меня не разочарует. Вам, мои дорогие, большое спасибо, что были у меня на канале. Большое спасибо, что подписываетесь на мой канал. Так, подписывайтесь дальше, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья и в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья в Одноклассниках, подписывайтесь на Инстаграм, и мы с вами увидимся уже в других моих видео. Я надеюсь, они вам также понравятся. Я вас очень сильно люблю. Еще раз всем большое спасибо, всем хорошего настроения, всем пока-пока!